Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Крещенские купания в Кызыле собрали сотни людей. Обряд водоосвящения, проведенный священнослужителями Воскресенского кафедрального собора, состоялся ровно в полночь на традиционном месте – на протоке Енисея в районе Вавилинского затона. Наряду с православными верующими участниками праздника стали и люди, для которых крещенские купания являются народным обычаем. Место для купания оборудовали за несколько дней до самого мероприятия. Кроме того, были приняты все меры для обеспечения безопасности людей и создания максимально комфортных для них условий. Дежурство до самого утра несли сотрудники МЧС, полиции и городской администрации. В результате слаженной и четко организованной работы в местах проведения праздничных мероприятий нарушение общественного порядка не допущено. 13 января 20 автобусов, приобретенных на условиях лизинга, выехали из Павлова в Кызыл, сообщает мэрия Кызыла. Пассажирские автобусы марки «ПАС» пополнят автопарк муниципального унитарного предприятия «Кызылгортранс». Отмечается, что 14 автобусов оснащены бензиновым двигателем, 6 – газомоторным. Приобретенный транспорт планируется выставить на проблемные участки Кызыла – микрорайон «Спутник», «Правый берег», «Вавилинский затон», «Левобережные дачи» и «Дальние Кахи». Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. 21 января в 17 часов Национальный театр приглашает на премьеру драмы «Бернарда Альба» по пьесе Гарсия Лорка. Касса театра 2.11.41. Федеральную программу «Земский доктор» расширят. Владимир Путин на встрече с участниками форума малых городов и исторических поселений в Коломне Московской области заявил о том, что программа «Земский доктор» будет распространена и на малые города с населением до 50 тысяч жителей. Кроме того, поддержку получат не только врачи, но и фельдшеры, которые приезжают в населенные пункты для работы. Эта программа будет полностью финансироваться из федерального бюджета, добавил президент. Решение расширить программу на города с населением до 50 тысяч жителей будет иметь положительный эффект для простых граждан и поможет решить проблему нехватки кадров в медучреждениях, в частности, в регионах. Скоро весна, пора обновлять гардероб. Мы в торговом центре «Алма» отправимся в магазин «Классика мода» за яркой, качественной верхней одеждой. У них проходит потрясающая акция. Какая? Все подробности далее. Сегодня главное требование, которое предъявляется к верхней одежде, это практичность, качество, удобство в носке, долговечность и, конечно же, яркий, интересный дизайн. «Классика мода» предлагает огромное количество моделей курток, пуховиков, горнолыжных костюмов для холодного времени года и теплой весны. Они сочетают в себе все вышеназванные свойства – скорость современной городской жизни, а также, чтобы верхняя одежда не стесняла движений, была удобной для активной деятельности и соответствовала современным модным тенденциям. Стильную верхнюю одежду вы можете приобрести в магазине «Классика мода». Сейчас здесь действует акция: при покупке куртки или пуховика на эту же сумму вы получаете вторую в подарок. Можно приобрести покупку в кредит или в рассрочку на условиях АО «ОТП-банка», ООО «Русфинансбанка», «Ренессансбанка» и АО «Альфа-банка». Приходите в магазин «Классика мода» и участвуйте в акции по адресам: торговый центр «Алма», первый этаж, и в торговом центре «5 звезд», также на первом этаже, с 10 утра до 7 вечера. Московский театр «Мюзик-холл» продолжает радовать своих зрителей очередными премьерами и открывает новый гастрольный тур комедии «Мужчина с доставкой на дом». Зрителей порадует звездный актерский состав: Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова, Джамал Татурашвили и другие. Я хотел бы подчеркнуть, что этот спектакль мы создавали прицельно под заслуженную артистку России Елену Воробей. И будет не лишним упомянуть, что этот спектакль в некотором смысле бенефис.
Герои комедии, желая обрести простое человеческое счастье, попадают в немыслимый круговорот нелепых комических ситуаций и забавных недоразумений. Это удивительно трогательная и веселая история с яркими персонажами и неожиданно комедийными ситуациями. Я влюбилась в эту пьесу с первого слова. Столько комедийных ситуаций в одном произведении, на одной сцене. Мне кажется, это такая концентрация юмора. Это просто фейерверк юмора. Приходите, не пожалеете. Комедия будет показана зрителю 10 февраля 2018 года в Доме народного творчества всего один раз. Комедия «Мужчина с доставкой на дом» никого не оставит равнодушными и на долгое время зарядит положительными эмоциями и душевным вдохновением. Спешите за билетами, они уже в продаже в кассе Доме народного творчества.